филиале Российской правовой академии сегодня состоялась встреча регионального представителя федерального проекта «Трезвая Россия» со студентами учреждения. Основные цели проекта – это борьба с алкоголизмом и популяризация здорового образа жизни. Допустив оплошность с выбором направления в самом начале своего пути, можно с большой вероятностью прийти совсем не туда, куда хотелось бы. Встреча со студентами началась с поучительного видео, наглядно демонстрирующего, каким последствиям приводит употребление алкоголя. Согласно официальным данным, Россия занимает в рейтинге стран по уровню алкоголизма 5-е место. В Дагестане эта проблема не менее актуальна. Более 9 тысяч человек страдают алкогольной зависимостью. Надо понимать, что такое зло может оно прийти в каждый дом. Если оно пришло уже в ваш дом, то нужно, соответственно, с этим каким-то образом справляться. Место проведения встречи выбрано не случайно. Именно здесь, по словам представителя проекта, учатся те, кто в будущем может существенно повлиять на решение проблемы. Вы, студенты старших курсов, будущие прокуроры, судьи, адвокаты, представляете вот это количество, вот вас, это количество, если превратить в качество в данном направлении, я уверен, что нас ждет хороший результат. Вы согласны? Да. Только за прошлый год в Дагестане число умерших от отравления алкоголем достигло 17 человек. Преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, 964. Эта беда настигла все слои населения, поэтому деятельность проекта «Трезвая Россия» на сегодняшний день актуальна как никогда. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.